Ребят, так вот, в Fortnite есть лютый дом. Пасхалка. Вот он находится вот тут. И эта дверь, она тут не должна быть. Она спрятана за шкафом, который тут стоит. Давайте его вместе смотрим. В нем очень много пасхалок. Так, для начала. Тут нету. Тут нету. Как я знаю, еще на крыше этого дома есть одна. Вот, пасхалка еще одна. И здесь есть одна лютейшая пасхалка. Я ее без случая одного. На ютубе в этом доме ничего нету. Я его обнаружил благодаря одному очень такому случаю. Хорошему. Смотрите. Так, спускаемся. Заходим. Найдите место, где может находиться секретное место. Ну, давайте пройдемся. Сюда вот, вот. Где может оно? Ой. Вот, ребят, найдите где-то здесь хотя бы секретное место, вот честно. Как вы думаете, какое из этих мест это лютая пасхалка? Вот я, например, иду вот тут, вот тут. Нет, ее. Кстати, как я знаю, как я понял, это отсылка к Гарри Поттеру. Где может быть, как вы думаете? Вот. Сейчас вы будете немного в шоке. Да, вот. Это просто имба, ребят. Это имба. Тут может... Если ты, да, каким-то магическим образом выйдет последняя зона, то это для вас выигрыш. Ну или хотя бы как минимум два. Всем спасибо за просмотр.